Акция «Спасибо врачам» уже стала традиционной. На этот раз активисты местного отделения партии «Единая Россия» и представители молодежного парламента решили порадовать медиков одним из главных атрибутов новогодних праздников – мандаринами. Вот сейчас уже праздники прошли, а врачи у нас работают круглосуточно, и поэтому сегодня мы им привезли мандарины. На госпитализации в Никольском подразделении находятся около 170 пациентов, больных ковидом. Врачи работают с ними круглые сутки, поэтому поддержка медперсоналу просто необходима, уверены активисты. Нас не забывают, поздравляют медицинских работников, которые работают с ковидом напрямую в далеко не легких условиях, но мы стараемся. Вот. Поэтому очень благодарны, что нас помнят. Напомним, что акция «Спасибо врачам» началась еще во время первой волны пандемии. Активисты «Единой России» и представители общественных организаций регулярно привозят врачам символические подарки – от продуктовых наборов до букетов роз. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».